Что говорите? Не расслышал. Тебе интересно это все снимать? Ну, ДТП произошло, люди должны знать, что произошло ДТП, затруднено. Да. Вы как-то газету назвали, я не понял, не расслышал. Я не помню. Нет? Вы не слышали? Произошло ДТП, молодой человек не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие. В принципе, по большому счету это все. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и ваше звание? Жирун Дмитрий Александрович, капитан полиции. С молодым человеком все в порядке? Да, да, все целые, все здоровые, как бы, никаких пострадавших нет. А по предварительной версии, что его занесло, как? Не справился с управлением. Просто-напросто? Да. По алкоголю? Трезвый. Трезвый, да? Спасибо.